Флорид Инсапов из города Октябрьский Республики Башкортостан решил жилищный вопрос для своей мамы. С помощью ЖК «Быствы» была куплена однокомнатная квартира. Приобретение недвижимости стало возможно благодаря выгодным условиям рассрочки в жилищном кооперативе. На сегодняшний день она составляет от 0 до 2% годовых сроком до 10 лет. Оформление сделок ведется в строгом соответствии с действующей законодательной базой. Процедура максимально прозрачна и не требует предоставления большого пакета документов. Все, что от меня потребовалось при вступлении в жилищный кооператив, это паспорт, неважно, какая у тебя работа, неважно, кредитные истории, справки о доходах, что значительно упрощает вступление в жилищный кооператив и покупки жилья. Квартира находится в новом современном районе города. Ее общая площадь 45 квадратных метров. Доволен остался, что такую квартиру нашел. Мне очень и мама довольна, и все довольны. Участие в жилищном кооперативе БСВ делает покупку жилья доступным для людей со средним достатком. Для многодетной семьи из Кирова мечта о собственном жилье стала реальностью. Благодаря жилищному кооперативу «Бествей» Дмитрий и Ирина Обуховы, а также их четверо детей, переехали в просторную трехкомнатную квартиру. До покупки жилья по программе кооперации «Бествей» семья Обуховых более 10 лет снимала двухкомнатную квартиру. За эти годы было рассмотрено множество вариантов по улучшению жилищных условий, однако все они требовали значительных финансовых вложений. На протяжении 10-15 лет всю свою сознательную жизнь я мечтал о том, что у меня будет свое жилье. Покупка недвижимости через жилищный кооператив на данный момент, я считаю, что это самый оптимальный вариант приобретения жилья, особенно для многодетной семьи, особенно для семей с детьми, где 2, 3, 4 ребенка. Все продумано, проработано, застраховано несколько раз, все подстраховано государством. Общая площадь квартиры 68 квадратных метров. Дом находится в благоустроенном районе города с развитой инфраструктурой. Теперь у многодетной семьи Обуховых созданы все условия для комфортной, счастливой жизни. Сказать то, что мы счастливы, это даже просто, это ничего не сказать. Мы шли к этому, мы стремились приобрести свою недвижимость для себя, для своей семьи, для своих детей. Далее наша жилищная история из Астаны, Республики Казахстан. К семейному счастью в просторной квартире героиня сюжета Назгул Байжанова прошла тернистый путь. Она получила отказ в кредитовании от трех банков, был неудачным опыт участия в долевом строительстве. И вот, благодаря программе ЖК «Бествей», мечта о собственном жилье воплотилась в реальность. Я приобрела квартиру для своей семьи. Я проживаю здесь с двумя дочерями и сестренкой. Мы все сообща помогаем друг другу приобрести недвижимость на условиях, которые будут доступны очень многим-многим людям. И люди могут приобрести свою квартиру мечты. Квартира «Назгул» трехкомнатная. Ее общая площадь 100 квадратных метров. Находится в элитном жилом комплексе, расположенном в современном районе города. Отлично благоустроена придомовая территория. Меня переполняет каждый раз, когда я просыпаюсь в своей квартире. Так радовались мои дети. В жилищном кооперативе все условия для того, чтобы люди могли достичь своей цели. Это приобрести недвижимость, крышу над головой не только для себя, но и для своих детей, внуков, для своих родителей, для своих близких людей. Воспользуйтесь этим моментом, воспользуйтесь данными условиями, и вы будете счастливы. В Санкт-Петербурге большая семья Любови Путьковой переехала в просторную четырехкомнатную квартиру. Такое счастливое приобретение стало возможным благодаря выгодным условиям программы жилищной кооперации «Бествей». Это хорошее, надежное и проверенное решение для всех семей. Это социальная программа. Чем выгоднее люди будут приобретать жилье, тем их жизнь станет лучше. И это очень важно, потому что счастье нашей многомиллионной страны складывается из счастья каждой семьи. Общая площадь квартиры 114 квадратных метров. Она в два раза больше прежнего жилья. Теперь здесь с комфортом разместились все члены семьи Любови. Ее родители, сестра и маленький сын. Дом находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Имеется вся необходимая инфраструктура. Рядом большой парк. У меня очень большая семья.
И нам всем здесь удобно, комфортно. У каждого есть свой уголок, где он может заниматься своими делами, читать, играть на музыкальных инструментах, работать на компьютере и проводить время в кругу семьи.